Одесские полицейские задержали троих преступников – выходцев из дальнего зарубежья, которые специализировались на совершении квартирных краж на территории Одессы. Благодаря оперативным действиям сотрудников Управления уголовного розыска Одесской области было проведено задержание преступной группы в составе трех человек на месте преступления. Так, после совершения очередного преступления по горячим следам с поличными оперативными сотрудниками была задержана данная преступная группа, когда они попытались скрыться с места происшествия под видом такси, при этом оказав сопротивление оперативным сотрудникам. У злоумышленников в ходе санкционированного обыска по месту жительства и в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты похищенные вещи и устройства для отпирания замков. Начато уголовное производство по статье 185 части 3. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет. Также участники преступной группы проверяются на причастность к другим аналогичным правонарушениям.